Добрый вечер. Я вас приветствую на моем канале Афроманго Мукбанго. Сегодня такие два красивых бутерброда. Сыр Маздам и, как это называется, мясо. Копченое мясо, да. Тут не подсказывают. Это сливочное масло, булка, такой бутерброд, чаек. Гринфилд с лимоном и сахарным песком. Ну, все как обычно, как я люблю. Присоединяйтесь со мной, дорогие мои дорогие любимые подписчики и будущие подписчики. Ну что ж. На мясо можно немножко капнуть хренчика, чтобы вкусно было. Да, сейчас капнем. Вон в этих тюбиках. Хрена в тюбиках. Свекольный. Свекольные даже можно? Да. Ну, можно и свекольные, да, вот. Он сладкий. Свекольных, вот. Он сладкий. А, запечатано. Есть открытая. А сейчас найдем. Это горчица, не то. Перебор, ну ладно. Ну, в общем, такой у меня сегодня мукбанг бутербродный. Давно бутерброда не ел. Так, ну что ж, продолжаем свой рассказ. Продолжаю с носимой электроникой. Ну, сейчас узнаете, о чем пойдет речь. Вот. Угу. Сейчас, минуточку. Разберусь. Так. Вот. Ну, начнем с плееров. Кассетный плеер. Вот. У меня был самый первый, я даже помню. Это, давай, по-моему, у меня был или синенький у меня был. Синеньким верхом, либо с красным верхом, не помню. Вот именно такой плеер у меня был, помню. Всего три кнопки. Стоп, воспроизведение и перемотка в одну сторону. Вот. В общем, вставляешь кассету, вставляешь наушники и идешь по городу, слушаешь. На батарейках двух этих пальчиковых. Такой плеерок был. Потом это я купил себе этот самый плеер другой. Значит, сейчас. Вот такой Айва плеер. Вот я помню, да, вот именно такой у меня был. С этим, с радио. Вот кнопочки тут были, экранчик небольшой, жидкокристаллический. В нем отображалось диапазон этих самых радиоволн. И этот самый. А когда музыку слушаешь, там написано play там или что-нибудь еще. Вот. И какой это самая музыка какая, какой играет по счету какая. Вот. Ну, такой вот плеер. Вот. Что еще? Ну, а только два таких плеера помню. И такой, и такой. Самый первый и самый второй. Так, что дисковый плеер. А, да, еще дисковый. Мама тут мне подсказывает, дисковый плеер у меня был. На монтаже вставлю какой. Вот. И дома у меня был магнитофон двухкассетный интернационал. Вот. Японский. Японский. Ну, якобы японский, она на самом деле, наверное, китайский был. Вот. Можно было, ускоренная перемотка была здесь, запись. Можно было с кассеты на кассету переписывать. Вот, ну, с обычной кассетой, с записью на пустую кассету там.
либо МК-60, либо либо 90 минут. Вот. Ладно, попробуем бутерброд. Мама все-таки придумала. Это ненавистная собака уже надоела. Магнитофон был с FM-приемником. Вот. В динамиках стояли светодиоды. Они под музыку мигали. Ну, в такт музыке. А вот то, что я вот тогда в том видео говорил про приемники. Вот я нашел приемник карманный, но только я его покажу, его внутреннюю часть, что там внутри. Вот. Все одинаково, да, вот этот ферритовый стержень, динамик, вот. Громкость и выключение приемника. Вот. Вкусные очень бутерброды. Транзисторный приемник. На 9-вольтовой кроне. Идешь, слушаешь, правда. Тут нету наушников, выхода на наушники нету. А есть просто динамик. Ну, его куда-нибудь поставил там. На окно поставил, либо на диван поставил. На стол. На стол. Ну, в общем, на пол, куда угодно. О! Вот эта вещь. У меня еще были эти самые наушники, радионаушники. Можно было включить их в радиоточку и слушать радио. Городской ретро-трансляционной сети. Вот. Значит, в качестве этих динамиков использовались динамики от телефона дискового. И на этих динамиках еще резиновые эти накладки, чтобы ушам мне было больно. Вот. И обруч большой такой. Вот длинный провод с громкостью. Можно было это увеличивать громкость или уменьшать. Вот. Только не дай бог эту вилку всунешь в это не в радиоточку, а в этот электросеть. В электросеть. Сразу же пожар будет. Сразу все сгорит. Потом у меня еще был этот самый, как его, проигрыватель виниловых пластинок. Очень я, как говорится, заслушивался до дыр пластинки. Ну, в переносном смысле, естественно. У меня небольшая стопка была пластинок. В общем, слушал пластинки.
Слушаешь, когда пластинки, потом этот тонарм, это идет постепенно смещается в центр, потом останавливается, переворачиваешь пластинку и слушаешь в другую сторону. Запись, кстати, на пластинках качественная. Вот, очень. То есть, по-моему, даже лучше, чем эти. Кассеты, либо диски там. Это как я слышал, что запись лучше. Ой, какие вкусные бутерброды. Вкуснотища. Ага. А вот до этих радионаушников был у меня этот самый обычный динамик от телефона дискового. И я это с нашей радиоточкой проводки сделал и провел. Присоединил и до кровати до своей делал. Проводил. Да. Проводку. До кровати. А потом еще туда, на этот динамик, еще светодиод красненький. Чтобы красиво было. Нет, он вместе, там, например, когда сигналы точного времени, там пим-пим-пим, там пим-пим, и он вместе с этим сигналом загорается, да. Ну да. И каждый самый какая-нибудь идет разговор или там какая-нибудь радиопередача, либо спектакль и там, и все время эта лампочка загоралась, то тускло, то ярко. Если громко, когда ярко, а когда если потише звук, то не очень разгорается светодиод. Да, тускло. А я любил слушать, потому что эти спектакли, радиоспектакли. А. Там... Детские? Нет, взрослые. Но. Там всякие вот эти фантастические спектакли, это интересно было все послушать. Но. Да и обычные спектакли. Да, увлечение. Угу. Под подушку этот динамик сунешь и слушаешь, да, это... Ночью. Да. Лежишь и слушаешь. Интересно. Я вот до сих пор
помню музыку, которая была по радио, и там была прогноз погоды в 23 часа. Вот я до сих пор эту музыку помню. Музыкальная заставка. Да. Перед прогнозом погоды. Сначала это музыка, а потом прогноз... А, нет, во время и музыка, и прогноз погоды вместе. А да, потом... Даже как время, вот мы, когда начиналось время, потом прогноз погоды, это, когда транслировали передачу «Время». Интересно было. Да. А потом, после прогноза погоды, шла передача этого футбольная, вот это все, спорт. Да, с этим, с Наливайка, у него фамилия была Наливайка, я помню. Диктор, Наливайка. Да, он давно умер. Какие там ведущие там будут с этого? И радиоведущие, и телеведущие, вот этот вот. Мне нравился вот этот вот Гати. Как его зовут? Симпатичный этот ведущий. Вот. Который сейчас ведет, пусть говорят? Нет, Гати, вот этот вот. А, Гати-то. Помнишь? Его вообще, да, помню. Его что-то вообще не видно. А он, наверное, либо на радио, либо... Ага. Мы сейчас узнаем. Гати. Интернет нам поможет. Ну, комментатор. Этот самый... На радио, на... Радио или телевидение. На радио. Вот так. Гати. Я забыл, как его зовут. Радиостанции. Радиостанции. Циль. Ленинград. 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 Гати это ведущий. Сейчас мы вспомним, я... А, Юрий Гати, во-во-во-во, точно. Юрий Гати, да-да-да-да-да. Даже есть вон эта биография. Да. Он, кажется, как актер. Угу. Какого года рождения? 55-го. 55-го? Угу. Вон он какой стал. Йошкович. Йошкович фамилия. Ой, вот что. Угу. Че себе. В Таллине, в Эстонии. Да, он родился. А? В Эстонии родился? Угу. Че себе. А, кстати, у него русский язык вообще без акцента. Угу, да. Может, кто вот люди постарше вспомнит этого. Я помню. Он почти мой ровесник, на 3 года младше. Угу. Шестьдесят семь или около 67. Еще намазывать? Да. Странно, что-то не могу